Приветствую вас, подписчики и зрители моего канала. С вами канал «Китай стал ближе», и сегодня на распаковке 5 замечательных посылок. Пять замечательных неизвестных посылок, неизвестных, потому что не знаю я, что в них. Посылки заказывала жена, неохота лезть смотреть. Мы их сейчас просто распакуем, узнаем и посмотрим, что же интересного заказывала она. Начнем вот с этой вот посылочки. Оценена она в 50 центов, весит 60 граммов. На ощупь что-то мелкое, наверняка какие-нибудь серьги. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Нет, это не серьги. Пакетик пустой. Это кулончик. Это какой-то кулончик. Давайте глянем, что у нас здесь. Вот. Это кулончик кулончик в виде вот такой вот бутылочки. Блестящий, прикольный. Ну, цепочки у них сейчас на таких, на недорогих кулонах стандартные. Блестит. Интересно, такая вот недорогая бижутерия, можно будет куда-нибудь одеть, выйти, ну, так, на прогулку. Ну, интересно, симпатично. Ладно, откладываем это в сторону и двигаемся дальше. Двигаемся дальше, и следующая посылка оценена также в 50 центов, весит 10 граммов. Тоже сколько шла, я не знаю. Давайте посмотрим. Что у нас здесь? Здесь пусто. Так, интересно, что это такое? Это магнит. А, понял я, что это такое. Это такая штука, чтобы ложился ровно лак. Заказывала супруга. Не знаю, правда, как она действует, но при покраске ногтя, если вот эту штуку поднести то ли снизу, то ли сверху, то лак ложится равномерно. Ну что же, вот такая штучка. Продолжим. Следующая посылка оценена на 20 центов, весит 100 граммов. Все посылки без трек-номеров, треки не отслеживались. Так что, что там, не знаю. Давайте смотрим. О, пакетик пустой. А здесь наклейки. Куча разных наклеек. Куча разных всяких. Давайте отклупаем. Давайте отклупаем и посмотрим. Вот так вот. Такие вот наклейки на ногти. Кстати, делала ногти она с этими наклейками. Довольно-таки симпатично получается, красиво. Тут просто куча этих наклеек. Очень много разных всякие цветочки. Цветочки, в основном цветочки. Ссылки обязательно скину, если нас смотрят милые дамы, обязательно скину ссылки. Ссылки будут в описании под видео, открывайте описание под видео. Также заходите в группу ВКонтакте. Группа ВКонтакте, тоже там все будут, все ссылочки, все картиночки, все фотографии. Что ж, это передаем владельцу и продолжаем. И продолжаем. И следующая посылка. Оценена посылочка в 2,90. 2,90, весит она 100 граммов. Давайте посмотрим, что там. Да, я не удивлен. Опять наклейки, но уже другие. Уже наклейки больше. Все-таки, как же они стараются выглядеть для нас красиво. Ух, посмотрите, какая куча наклеек. Просто куча разных всяких куча наклеек. Просто их очень много, очень разных наклеек. Да, очень интересно. Такая вот. Каждая запакована в индивидуальный пакетик. Здесь вынимаем, и у нас вот такая вот
пленочка получается. Каждый в индивидуальном пакетике пленочка. Как это клеится, я не знаю. Посмотрим, покажем нам, покажут нам, наверное. Но пока я не знаю. Вот такая вот куча наклеек. Передаем также владельцу. И давайте последняя посылочка. Последняя посылочка на сегодня. Оценена она в 1 доллар. Весит 0,0007, то есть 7 грамм всего. Давайте откроем и посмотрим, что же у нас там. Что же у нас там? Там у нас... интересное что-то. Что-то кружевное. Давайте глянем, что же это такое может быть. Это что это такое? Я не знаю, что это такое. Понял. Это такие перчаточки. На руку я на свою не буду натягивать. Выложу фотографии. То есть они вот так вот надеваются, и здесь вылазит палец. Вот такие вот перчаточки. Прикольные, оригинальные. Все. На сегодня все. Подписывайтесь на видео, заходите в группу ВКонтакте. Скоро будут у нас конкурсы. Сейчас уже конкурсы мои идут на других каналах. Скоро буду сам устраивать конкурсы. Все подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну а на сегодня все. Всем пока!